Kas dar pasidalins Dievo šlovę, kurią šventoji dvasia atliko jūsų gyvenime? Nu, aš gal paliudysiu, bet aš rusų kalbą galima? Tai be abejo galima. Mesgi turim ir rusų kalbą irgi grupių. Tai galima be abejo rusų kalbą, jokių problemų. В этом году случилось такое событие у меня, что оно очень подчеркнуло ярко то, что произошли во мне изменения. Это слава Господу. Я так этому рада. Я представляю, что и Бог, наверное, радуется тоже. Не наверное, а точно. Я ездила в этом году к своей подруге. И я была у нее раньше, 4 года назад. И вот я просто сравниваю, во мне очень-очень много всегда было с детства осуждения. Я всегда даже слушать начинала человека уже с предвзятым каким-то мнением, чтобы он ждала, когда вот он что-то скажет не так. Вот это не так, вот надо вот так вот. В общем, очень-очень правая всегда была. Вот. И все это распространялось на всех людей, которые рядом со мной были. И сейчас вот я просто себя, на себя посмотрела со стороны. Вот я сейчас через 4 года поехала опять туда к ней. И опять же, ну она тоже на одном месте работает. И те же люди, я с теми же людьми встретилась там через такое время. И я просто порадовалась на себя, что Бог со мной это сделал. Это что-то, это совсем, вот когда я его говорила, вот совершенно другой уровень, абсолютно другой уровень. И вот этого каждый раз, каждый день этого не замечаешь. Но вот когда такие бывают события в жизни, вот когда что-то меняется, когда куда-то сталкиваешься с чем-то таким неординарным, и вот это проявление было просто. Просто любишь людей, просто смотришь, просто восхищаешься, не видишь этих каких-то заковырок, а видишь, какие они добрые, какие они любящие, как они людей любят, как вокруг них прекрасно все складывается. Ну, это было просто для меня чудо, откровение. Я так благодарна Господу за вот эти курсы. Это, ну, для меня вот этот показатель был очень ярким. Так что я всех призываю. Это как бы оно не проявляется. Ну, правильно ты говоришь, что плод должен быть. Да, и вот этот плод, он должен созреть. И вот сейчас я его просто увидела. Ну, это просто супер. Так что обязательно все бегите на эти курсы. Это так чудесно и так... Так радостно всегда. Ну и, конечно, у меня маленький бонус. Я 2 часа каждую неделю с сыном общаюсь. Вот, спасибо Господу, слава Богу, спасибо вам всем. Все, спасибо большое, да, спасибо, спасибо, мама, спасибо, Марина. Спасибо, да, за этот плод, просто порадоваться вместе, да, посидеть ему. Да. Tom pergalėm, kurias Dievas daro, jo, vat, Lyna, kada čia dalinosi jo, kad pamatė irgi tą skirtumą. Daugiau, jūs visi kažkiek dalinotės, tikiuosi, dar pasidalinsit, tai jo, šlovė Dievui, atiduodam Dievui šlovę ir tai yra nuostabu.